первый разговор перехватили. Алло. Теперь ты понимаешь, почему я не хочу ничего рассказать? Чего? Теперь ты, говорю, поняла, почему я не хочу ничего рассказать? Я теперь поняла. Чего? Раньше, говорю, вы этого никто не могли понять? Нет. Алло. Алло, я тут здесь. Алло. Я здесь, ты меня слышишь? Я тебя слышу, ты говорю, вот зачем мне такие вопросы постоянно задать? Я тебе слышу, что разговоры перехватывают. Блин, все же рассказывают. А? Все же рассказывают. Ну ты видишь, разговор перехватили, ну зачем так делать было? А я-то здесь при чем? Ну ты же просил мне тебе еще рассказывать, понимаешь? Или тебе рассказала, Артем своей жене рассказал, потом ты меня вынудил тебе рассказать, я тебе рассказал. В итоге видишь как? Говорил, перехватит разговор. Ну что теперь делать? А? Что теперь делать? Ну что теперь делать? Да нет, знаешь, что теперь делать? Ставь блокировку на все неизвестные номера. Прямо сейчас же. Да. Я тебе говорил, что это не шутки. Говорил же, Зай. Я здесь. Довольна теперь ты? А я-то здесь при чем? Ну потому что говорю, ну не задавайте мне вопросы, подождите, приеду домой, я фотографии покажу. Расскажу вам, что как здесь было, что нужно вам узнать. Они полностью записали наш разговор. Я в курсе, но вот поэтому я прошу не задавать мне эти вопросы. Ну почему именно наш разговор перехватили? Или ты думаешь, мы единственные такие? Конечно, не единственные. Мы в ТикТоке это наблюдаем, блядь, и в Ютубе видим, потому что там разговоры, короче, прямо нам пересылают. Вы же все в шутку воспринимаете. Я не воспринимаю, поэтому я тебе... Пожалуйста, я тебя прошу еще раз, больше мне ничего не спрашивай про это. Я поняла, Зай. Точно ты поняла? Я точно поняла. Пиздец, теперь еще, если я позорюсь, сейчас хуйно будет. Будто подожди. Обычно? Ты что думаешь, если укропы перехватили наш разговор, что думаешь, блядь, наш ФСБшник не мог перехватить? Ты, я тебе всегда говорил, всегда ставь заглушку на свой телефон, всегда, чтоб тебе не звонили неизвестные номера, тем более в данном случае. Надеюсь, все будет нормально. Ну, надеюсь. Они выложили туда, где 1 миллион подписчиков новости Украины. А ты посмотрел уже это видео? Да. И что там? Ну, там наш разговор, там твои... Твоё фото и моё фото. Да? Да. Ну, я не знаю, что сейчас делать. Что, мне кого сейчас винить? Тебя или тебя? Я не знаю. Ну как не знаешь? У меня же очень много кто пишет. Что? Сейчас мне пишут плохие слова. Заблокируй! А как я это в Телеграме заблокирую? В Телеграме там тоже заходишь в меню, там, блядь, заблокируй контакт. Нашла. Здесь в телеге такого нет, да. Чего? А, все, это нашла. О боже, бля. Алло. Я здесь. Блин, ты сейчас как не спится? Скажи мне, пожалуйста, а? Блин, знаешь, Артём тоже жене всё рассказывает. Да мне по***, кто что рассказывает? Я тебя просил лично, тебе с самого начала. Не спрашивал мне ничего, чтобы ты мне ничего не рассказывал. Просил же. А тут Артём пи***л своей жене, жена пи***л тебе, блин, и всё. Ты на меня обижаешь, что с этим делом никто не рассказывает. Это х*** может обернуться, понимаешь, потом мне? Я знаю. Ну вот. Ой, блин.
спасибо Артему, спасибо ЕСЯР, спасибо всем, отвечаю за это. Там полностью две с половиной минуты разговора. Чего? Там полностью две с половиной минуты разговора. Я понимаю прекрасно, потому что я на тот день ты же не мозги начала делать по этому поводу. Вот это тебе я и рассказал. Я тебе скинула этот ботинок в телеге. Я говорю, я тебе в телеге скинула. Да нахер это надо, я не хочу даже это смотреть. Блин, пиздец, аж стрёмно сейчас, капец как стрёмно. А мне думаешь, не стрёмно? Зай, они даже знают, что я торгую женской одеждой. Ты чё? Они даже знают, что у нас есть женская одежда. Ну, а ты чё как хотела? Пробили уже везде. И чё будет? Не знаю, выживу ли я, интересно, до свадьбы теперь своей здесь, нет? Чё? Ты же выгород до своей свадьбы хотя бы, интересно, здесь нет теперь я? А ты-то здесь при чём? Как это при чём? А ты что думаешь, меня не пробили нигде? Ты знаешь, не заснешь, чтобы я уже проснулась в другом месяце, пожалуйста. Чего? Можно проснуться, чтобы этого всего не было. Я очень надеюсь, чтобы мне жить охота. Мне тоже. А тебе-то что, ты же не здесь. Да, но они знают полностью все обо мне. Блин, зачем мы вообще что-то обсуждаем здесь? Я не знаю! Тебя надо спросить! Они знают год моего рождения, они знают мой именный. Они знают все. Они знают твой, что ты живешь в городе Казань. Проживаешь полностью в городе Казань, в республике Татарстан. Они тоже это знают. Блин, я не хочу никакого учёба. Что? Я не хочу ехать ни на какую учебу. Почему? У нас есть какие-нибудь ФСБшники, что все это удалили? У кого у нас? А? Не знаю, бро, у тебя, у меня, у кого-нибудь. Нет, конечно. Откуда? А что ты сейчас собрала удалять, если все уже знают люди? Чего? Не понял. Я даже не знаю, что тебе сказать. Ну что сказать, все, живи обычным днем. Главное сейчас, блядь, чтобы ничего больше не было. Так они угрожают. Я уже боюсь теперь тебе звонить даже, понимаешь? Да, я тут здесь одна. И Фиар тоже, блядь, скажи спасибо нахуй. Всем вообще скажи, блядь. Я сегодня Артему тоже скажу пару слов. Честно, я просто хочу обдумать, что сейчас дальше делать. Хочу тебе сделать. Ничего не делать, ничего не будет, не переживай, все нормально будет, это просто пугает так. Ну, не знаю даже, где мы живем. Ты главный телефон у нас неизвестный номер никогда не думай брать. Вообще ни один, ты даже нахуй Татарстан здесь тебе будет звонить. Не буду. Не вздумай даже вообще. Я поняла, да. Тебе будут всякую хрень, потому что нести по телефону могут. Я знаю, что ты. Я поняла, что ты. Я пойду пока маме позвоню, спрошу, что делать. Хорошо. Давай, я здесь сверху тебя зайду. Ой, прости, малыш. Уже это никак не изменится. Нормально. Давай, давай. Давай.